Это новости на канале ФКТ, в студии Ольга Десятова. Здравствуйте и смотрите сегодня. Курортный Сочи будет презентован в Кувейте. Жители одного из богатейших государств заинтересовались отдыхом у Черного моря. В Сочи приступили ко второму этапу ремонта дорог. В планах до Нового года благоустройство полусотни городских улиц. 9 миллионов рублей столько будет потрачено в этом году на выполнение наказов избирателей в поселке Аше. Открылся Сочи Билд. Крупнейший строительный форум Юга объединил сразу 8 специализированных проектов. Вместо долевого строительства – проектное софинансирование с участием банков. Владимир Путин поручил правительству разработать план перехода от одной системы к другой. Проектное финансирование при возведении многоквартирных домов поможет в будущем предотвратить появление обманутых дольщиков, уверен губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев считает, что участие банков в процессе строительства ограничит недобросовестным компаниям доступ на рынок. Для Краснодарского края данное решение президента крайне важно. Переход к проектному финансированию строительства для региона может оказаться определяющим шагом в урегулировании ситуации с дольщиками. Это отсеет тех, кто либо попросту не умеет распоряжаться деньгами, либо изначально рассчитывает на мошенническую схему, привлекая деньги дольщиков. Контролировать новые стройки, по мнению главы региона, не менее важно, чем решать вопросы по уже имеющимся проблемным домам. Так, с начала года ужесточены требования к отбору застройщиков, которые привлекают деньги дольщиков. Сейчас в Краснодарском крае недостроенными остаются 56 домов. Современный образовательный комплекс появится в Туапсинском районе. В селе Тынгинка завершается строительство школы и детского сада. Объекты находятся на одной территории. Сегодня сюда приехал глава региона Вениамин Кондратьев. В образовательном учреждении монтажные работы практически выполнены. Сейчас строители занимаются внутренней отделкой. Школа отвечает всем современным требованиям, рассказывает губернатору, исполняющий обязанности министра образования края Константин Федоренко. Большие просторные классы, два спортзала, есть еще и актовый, процедурные и стоматологические кабинеты. Проект не из дешевых. Стоимость объектов составляет более 450 миллионов рублей. Этот образовательный комплекс ничуть не уступает школам в крупных городах. Здесь футбольное поле с естественным покрытием. Подрядчику уже указано на то, что необходимо убрать камни, где-то пересеять газон, почистить. Да. Деньги немалые. И для села, конечно, они огромные. Но это будущее. Это будущее и села, и сел. В целом мы по краю сегодня максимально запустили строительство школ и детских садов. Потому что если мы хотим, чтобы у нас с вами было будущее, то на этом мы не можем экономить. Школа рассчитана на 400 человек, а детский сад на 150. Здесь будут получать знания ребята не только из Тынгинки, но и ближайших поселений. Сегодня глава региона с рабочей поездкой в Туапсинском районе. Вениамин Кондратьев также побывал на открытии новой котельной в поселке Новомихайловский. В Сочи испортится погода, причем существенно. Вечером и ночью ожидается сильный дождь и гроза. Все городские службы переведены на усиленный режим работы. Сегодня первый заместитель главы Сочи Мукдин Чермит провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Он отметил, необходим мониторинг за реками, особенно в сельской местности. При повышении критических отметок все должно быть готово к эвакуации жителей близлежащих домов. В городе необходимо следить за состоянием ливневок, чтобы дождь не стал причиной заторов на дорогах. Все службы, естественно, знают алгоритм действий. Все главы районов, все главы сельских администрации понимают, что делать в таких случаях. Должна готовиться техника, готовятся инструменты, дежурные бригады, значит, выставляются дежурные по рекам для того, чтобы отслеживали возможный резкий подъем уровня воды. Поэтому мы должны быть во всеоружии для того, чтобы не допустить, не дай бог, каких-то человеческих жертв. Бдительными надо быть и самим жителям. Спасатели рекомендуют не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями, а также воздержаться от выхода в горы и отдыха у водоемов в этот период. В случае происшествия звонить с мобильных телефонов по номеру 010. «Сочи – жемчужина Черного моря». Этот слоган будет использоваться для презентации курортного Сочи в Кувейте. Об этом сообщили сегодня представители зарубежной делегации на встрече с заместителем главы города Сергеем Юрченко.
Сочи, известный теперь уже всему миру курорт, заинтересовал представителей туриндустрии Кувейта. Сегодня во время первой встречи они заявили о том, что готовы организовать чартеры в Сочи и сформировать турпотоки. Для нас, конечно, это интересно, потому что нам очень важно привлекать зарубежных туристов в город Сочи. У нас есть что показать, нам есть где их размещать, нам есть чем, скажем, порадовать. Сергей Юрченко рассказал гостям о том, что Сочи теперь курорт круглогодичный. И можно зимой кататься на лыжах на Красной Поляне, тем более, что представители Кувейта подтвердили, что их молодежь активно ездит на горнолыжные курорты Европы. Но в первую очередь, конечно, их все же интересует летний сезон, когда можно с семьями приезжать на длительный отдых. Наши туристы предпочитают релакс, отдых, осмотреть горы, насладиться видами, может быть, чуть-чуть заняться спортом. Они не предпочитают длительные культурные экскурсии. Больше им нравится путешествовать с семьей, может быть, даже по нескольким странам. Бесспорно, всех интересует чемпионат мира по футболу, который пройдет в нашем городе летом. Болельщики из Кувейта также намерены приехать в Сочи. Впрочем, с делегацией одной из богатейших стран сочинцы уже успели познакомиться во время проведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В нем приняли участие 28 представителей этой страны. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. В Сочи приступили ко второму этапу ремонта дорог. Я напомню, в этом году на замену асфальта из городского и краевого бюджета было выделено порядка 500 миллионов рублей. На первом этапе до начала сентября были отремонтированы 45 дорог, в том числе сельских. В планах до Нового года благоустройство еще полусотни городских улиц. Сейчас самые активные работы ведутся в Лазаревском районе. Все подробности в нашем следующем материале. Там, где годами были ямы и ухабы, теперь гладкий асфальт. В Лазаревском районе в порядок уже привели 5 улиц – Камчатскую, Череповецкую, Единство, Энтузиастов и Тормахово. Это почти 8,5 километров свежего асфальта. Начался у нас второй этап работ по софинансированию с краем. Ремонтируется в Лазаревском районе всего 19 улиц. Из них 5 уже отремонтированных. На 3 объектах ведутся в данный момент работы. Бригады трудятся одновременно на нескольких улицах, в частности, в ауле Калеш. На очереди Большой Кичмай. Местные жители не верят своим глазам. Такими дороги в своих населенных пунктах они еще не видели. До этого дорога была, ямы были, ухабы были, и узенькая дорога была. Две машины с трудом проходили. Положили асфальт ровненький, чистенький. Как бы даже дорога расширилась от этого. Приятно даже стало ходить, не только ходить, но и смотреть даже со стороны стало приятно на нашу улицу. Когда машины летают, пылища, а что мы на хорошую погоду, просто люди убегали подальше, окна закрывали, все в пыли было. Но это самое, самое негативное, то, что было здесь, естественно. А сегодня, слава богу, пыли нету, чисто, хорошо, прекрасно. Я еще раз хочу благодарить администрацию, которая задумала это дело, и ребятам, которые очень добросовестно относились к этому делу. Рабочие действительно делают все быстро и качественно, ловят сухую погоду. Всего в рамках второго этапа большого дорожного ремонта в Сочи до Нового года нужно успеть перестелить 51 дорогу. Причем ремонтировать будут не только центральные улицы, но и отдаленные, сельские, дороги в совхозах, а еще межквартальные проезды. Такого не было даже в период подготовки к Олимпийским играм. Планы по ремонту дорог на следующий год глава Сочи Анатолий Пахомов обсудил в ходе протокольной встречи с исполняющим обязанности директора управления автодорог Сочи. В 2018 году, вы знаете, что мы замахнулись на большой объем, и губернатор Краснодарского края Вадим Иванович Кондратьев подтвердил, что нам будут выделены средства в размере 1 миллиарда рублей. И естественно, что это огромный объем работы. Мы с вами и вместе с жителями, и вместе с главами административных округов отработали все эти, значит, объемы. Все обсудили, да? Сегодня мы уже отвезли, зарегистрировали заявку. Мы были первыми в Министерство транспорта Краснодарского края. Нам выделили 250 миллионов на первый квартал. На эти деньги планируют привести в порядок 29 улиц, протяженность более 40 километров. Ну а всего в списке на весь год порядка 300 объектов. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Демид Даниловский, Владимир Киселев, Ара Ктаян, телекомпания ФКТ. Около 9 миллионов рублей в этом году будет потрачено на выполнение наказов избирателей в 15-м избирательном округе. В частности, в этом округе находится поселок Аше. Что уже сделано в поселке и какие вопросы решатся в ближайшее время, расскажет Татьяна Говоркова.
Вот этого не было ничего. Не висели качели. Детская площадка по улице Репина в поселке Аше появилась совсем недавно. Сегодня ее посетил председатель городского собрания Сочи. Новые качели, горки, турники, лавочки – все это обошлось в 300 тысяч рублей. И такой важный для района социальный вопрос удалось решить благодаря совместной работе Совета ТОС Аше и трех депутатов 15-го избирательного округа. Мы не можем каждый день присутствовать здесь. Но здесь и от администрации города также. Здесь тоже нет ни сельского округа, да, администрация сельского округа. Здесь не размещена районная администрация. Поэтому самое главное здесь, на этой территории, человек – это председатель ТОСа, который и говорит о тех или иных проблемах. А проблем в поселках достаточно. И главное – начинать с важного, говорит председатель ТОС Аше Игорь Дубов. Все необходимые дела он сначала обсуждает с жителями поселка, а потом передает депутатам. Обратный ответ мы слышали. Ну, конечно, и от администрации Лазаревского района, но в большей степени именно от депутатов. Значит, ну, особо хочу сказать про Филонова Виктора Петровича. Это как вот он был начальником нашим главой района, до сих пор палочка-выручалочка. За этот год на выполнение наказов избирателей, проживающих на территории 15-го избирательного округа, уйдет порядка 9 миллионов рублей. Значительную часть средств потратили на ремонт дорожного полотна и установку уличного освещения. Новые фонарные столбы по улице Репина уже появились. Планируется, что они заработают уже к 15 ноября. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Учиться музыке в красивом помещении. Накануне нового учебного года в Адлерской музыкальной школе номер 3 был сделан ремонт на средства, выделенные из депутатского фонда депутата городского собрания Сочи Надежды Козловой. Это итог совместной работы народных избранников с Советом территориального общественного самоуправления. Советы ТОС – главные помощники депутатов. В Адлерском избирательном округе номер 2 – три народных избранника, поэтому каждый член ТОС знает, к кому и с какой проблемой подойти. А решаются на сегодня многие из них. И это не только обустройство детских и спортивных площадок. Также депутаты нам помогают в установлении счетчиков по горячей и холодной воде, по электросчетчикам. У нас все малоимущие обеспечены. Вот, например, музыкальная школа. Здание историческое, давно уже нуждалось в ремонте. Сейчас его не узнать. Полностью поменяли в помещении электрику, отремонтировали концертный зал, коридоры. Довольны все и педагоги, и родители. А самое главное, у детей есть возможность заниматься в безопасной и эстетически привлекательной музыкальной школе. Совместная работа ТОСов и депутатского корпуса дает положительный результат для жителей района. Это оснащение библиотек фондом. Это непосредственно установка какой-то той или иной аппаратуры в объектах образования. Ну, например, детский садик, который не имел возможности на своей кухне иметь оборудование, мы поставили. Сейчас детишки питаются здоровой, очень хорошей пищей. Это тоже очень такой хороший момент. Поэтому обсуждение, встречи, поздравления ветеранов, не забыть ни о ком, приоритет моей работы. Обратиться в водоканал теперь можно через интернет. На сегодняшний день в Сочи более 150 тысяч абонентов. Каждый день не менее 1000 передают показания своих приборов учета. Несмотря на то, что в абонентской службе МУП города Сочи водоканал обработкой данных занимаются почти все сотрудники, объем слишком велик. Ускорить этот процесс и внести показания приборов учета самостоятельно абоненты смогут с помощью личного кабинета на сайте МУП «Водоканал». На сегодняшний день сотрудники водоканала обработали около 50% данных потребителей. Только на электронную почту каждый час приходит около 50 писем. В день более 1000. И все они сразу вносятся в базу. В течение последних чисел сентября и весь октябрь сочинцы сообщали показания приборов учета. Те, кто это делал в офисе водоканала, уже получили откорректированные счета. У тех абонентов, которые передавали данные сведения по телефонам или электронной почте, уточненные суммы к оплате будут внесены в счета за октябрь или ноябрь. Закрыли уже второй месяц, это октябрь, и сейчас мы переходим на распечатку счетов в общей квитанции, это тоже важно. То есть люди будут получать квитанции от ГорЭВЦ в составе, то есть наша услуга будет в составе всех городских услуг. Для удобства горожан уже неделю работает личный кабинет, зарегистрироваться и войти в который можно на официальном сайте МУП города Сочи «Водоканал». Для регистрации в нем нужно внести номер лицевого счета, который указан в квитанции МУП «Водоканала» за сентябрь 2017 года. Для потребителей
услуг водоканала, личный кабинет – очень удобная форма взаимодействия. Не нужно приезжать в офисы или дозваниваться. В личном кабинете можно, пройдя корректную процедуру регистрации, сформировать себе электронную квитанцию за прошедший период, передать показания на текущую дату. Есть переход на систему оплаты Сбербанк онлайн. Помимо личного кабинета и телефона горячей линии, жители города могут воспользоваться адресами электронной почты, по которым можно задавать интересующие абонентов вопросы. Адреса электронной почты МУП города Сочи водоканал, mail@svdk.su и abonent@svdk.su. Лучшие энергетики страны, представители сетей, промышленности, проектировщики и партнеры Кубанэнерго, компания «Электрощит Самара» принимают участие в научно-практической конференции «Будущее энергетики России». Сегодня в рамках этого мероприятия энергетики из других регионов побывали на подстанции «Бытха». Этот объект по инженерным меркам специалисты называют уникальным. Поставкой и монтажом оборудования занималась в том числе компания «Электрощит Самара». Суммарная мощность подстанции – 80 мегавольт ампер. Она оснащена передовым микропроцессорным оборудованием, релейной защитой, автоматикой, устройствами телемеханики и связи. Во время возведения объекта проектировщики прибегли к нестандартному решению. Для самарской компании подстанция «Бытха» действительно гордость. Это гордость всего электросетевого комплекса России, потому что это достаточно уникально. Уникальная подстанция, таких больше нет в электросетевом комплексе. Это подстанция в двух уровнях, на котором применены нестандартные технические решения, которые надо было реализовать именно вот в таком сложном геологическом исполнении. И плюс соблюсти обязательно сейсмостойкость 9 баллов. И это потребовало от нашей компании разработки специальных решений, нестандартных решений. Необычная по дизайну подстанция «Бытха», оборудование которой расположено на двух уровнях, бесперебойно снабжает электроэнергией одноименный микрорайон и дублер Курортного проспекта. Надежное оборудование и не менее надежная эксплуатация. Выполнение этих условий позволило энергетикам с честью выдержать олимпийский экзамен. Сейчас они работают, чтобы приумножить уровень надежности. Энергетики из разных регионов России заинтересовались работой компании «Электрощит Самара». У меня в организации очень много тоже подстанций обслуживаем. Вот эта подстанция уникальная. На мой первый взгляд, оборудование довольно-таки все новое. У нас такого еще нету, но хотел добавить, что завод «Электрощит» опытный образец. Завод «Электрощит» установил опытный образец на нашей дистанции. Уже эксплуатируем 3 года. По России это первый аналог. А курорт Сочи активно развивается. Он стал круглогодичным. Зимой на Красной Поляне людей много, как и летом. Не подводит новая энергетическая инфраструктура «Кубанэнерго». Она себя прекрасно зарекомендовала. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Как научить россиян любить и знать свою родину, задумались студенты со всей страны. В Сочинском государственном университете завершился всероссийский конкурс по технологиям историко-патриотического воспитания населения. Он проводится при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации. Всероссийский конкурс разбили на 2 этапа. В рамках заочного учащиеся вузов и аспиранты России, стран СНГ, других стран присылали свои статьи в Сочинский госуниверситет. Лучшие работы публиковались в научном сборнике вуза. В целом конкурсная комиссия рассмотрела 55 заявок от студентов и аспирантов Сочинского госуниверситета и 23 работы, поступившие из других вузов страны. Научный этап были допущены 20 участников, проекты которых заняли призовые места по своему направлению. Из них 6 работ – это исследования сочинских студентов. Также отличились представители Анапы, Барнаула, Воронежа, Ижевска, Краснодара, Москвы, Перми, Пятигорска, Саранска, Севастополя, Смоленска, Уфы, Челябинска и Якутска. Именно их пригласили с 16 по 18 октября в Сочи лично представить свои методики. Достаточно актуальным и интересным является проектная деятельность студентов. И как раз этот конкурс, он позволил раскрыть это направление. То есть студенты представляли свои работы не просто как работа, как доклад, реферат, а именно как проектную деятельность, то есть непосредственные результаты, я надеюсь, будут внедрены, и мы сможем их увидеть. Одной из лучших стала работа сочинца Кирилла Данчика. Сам активный волонтер, он решил исследовать именно эту сферу. Общаясь со студентами из других стран, нам пришла такая идея провести подобные исследования у нас и выяснить, как волонтерский опыт влияет на патриотические установки у современной молодежи. В итоге лауреаты всероссийского конкурса были отмечены дипломами и ценными подарками. Еще одним поощрением стала обширная экскурсия по
побережью и горному кластеру Сочи. Инга Габешия, Галина Моисеева, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Сочи-парк признан лучшим открытым парком развлечений России. Он стал победителем смотра конкурса «Хрустальное колесо» среди парков культуры и отдыха России и стран СНГ. И здесь снова готовы удивить своих гостей. С 27 октября по 5 ноября в Сочи-парке будут праздновать день рождения Бабы-Яги или Хэллоуин по-русски. Программа построена так, чтобы было интересно и взрослым, и детям. Гостей ждут шоу «Повелителя тьмы», охота на вурдалака, бал пиковой дамы и сразу три лабиринта страха. Для украшения парка использованы сотни привидений, летучих мышей, скелетов, чучел и 10 тысяч настоящих тыкв. Сегодня на курорте начал свою работу «Сочи Билд». Это крупнейший строительный форум Юга России, объединяет сразу 8 специализированных проектов. В рамках «Сочи Билд» пройдет выставка, на которой представлено все для строительства. Обширная и деловая программа. Обо всем по порядку в нашем следующем материале. Сегодня строительный форум «Сочи Билд» называют крупнейшим форумом на юге страны. На этот раз его участниками стали 58 российских и иностранных компаний. Так, например, на форум, организованной выставочной компанией «Сочи Экспо», гости из Ирана привезли кованые изделия, а компания из Турции – детские площадки и оригинальные предметы уличной мебели. Большой стенд в рамках выставки представил Департамент промышленности Краснодарского края. Здесь основные достижения муниципальных образований Кубани в производстве стройматериалов. Кстати, сегодня это одна из базовых отраслей промышленности региона. Это территориальный каталог строительных материалов, который в этом каталоге представлено более 3500 наших наименований продукции, которые производят 150 наших предприятий. Здесь представлены краснодарские производители. Ассортимент продукции весьма широк. Это цемент, кирпич, тротуарная плитка, арматура. Для целого ряда городов Кубани производство стройматериалов – это стержень экономики. Поставки идут не только на внутренний рынок региона, по всей стране. В этом году впервые мы сделали большой красивый комплексный стенд именно всей продукции под единым брендом, сделанный на Кубани, который уже со следующего года будет знаком качества для основных ведущих наших производителей не только непродовольственных товаров, но и продовольственных. Конечно, «Сочи Билд» – это не только выставка, это еще и деловая площадка. Деловая программа действительно в этом году у нас очень обширная. Значит, сегодня пройдет круглый стол на тему законного строительства. Также помимо этого пройдет ряд мастер-классов по дизайну, ряд мастер-классов по продажам недвижимости непосредственно для риэлторов. И всегда как традиционной частью деловой программы выставок является проведение обучающих семинаров непосредственно от участников выставок. 17-й строительный форум «Сочи Билд» будет работать до 28 октября включительно. Место проведения – выставочный центр на Несебрской. Татьяна Говоркова, Ольга Десятова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. Свою продукцию на выставке «Сочи Билд» представила известная в городе компания «Стекло Сочи». Предприятие занимается современными технологиями обработки этого материала. Стеклянные полы, потолки, навесы, двери и лестницы, мебель и предметы интерьера из этого материала, торговое оборудование, перегородки и зеркальные панно и художественные витражи. Все это и не только предлагает своим клиентам компания «Стекло Сочи», которая специализируется на современных технологиях обработки этого универсального материала. То, что делает компания «Стекло Сочи», не только очень качественно и практично, но и, конечно, очень красиво. Изделия из стекла украсят любой интерьер, будь то кафе, торговый центр или частный дом. Гравировка, фотопечать, накладной и наливной витраж. Стекло могут украсить в зависимости от вкуса и предпочтений заказчика и подобрать оригинальную фурнитуру. К нам обращаются довольно-таки крупные компании, также фирмы, рестораторы, с которыми проводим очень большие объекты, довольно-таки сложные для выполнения, с которыми мы хорошо справляемся. Компания «Стекло Сочи» на рынке более 17 лет и уже отлично себя зарекомендовала. На счету предприятия витрины, перегородки, мебель для десятков узнаваемых сочинских ресторанов, крупнейших банков или, например, часовня в здании сочинского аэропорта. Более 15 единиц высокоточного оборудования. Это Италия, Испания,
Это занимаемся триплексом, изготовлением триплекса, гидроабразивная резка также появился станок. С продукцией компании «Стекло Сочи» можно ознакомиться в выставочном центре на Несебрской в рамках строительного форума «Сочи Билд». Здесь можно получить советы от грамотных консультантов. А еще больше информации в офисе компании. Он находится по адресу улица Пластунская, 52/Z. Инга Габеша, Ольга Десятова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. Ну и в завершение информация от наших партнеров. Стоматологическая клиника «Валет Денталь» проводит акцию от производителя «Брекет-систем». Исправление прикуса у детей и взрослых. Школьникам скидка 30%. Чайковского, 3, телефон 254-57-07. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятова. Всего доброго и до встречи в эфире.